А милиция объявила месячник добровольной сдачи оружия. Кто по доброй воле сдаст оружие, боеприпасы и взрывчатку, освобождаются от ответственности. Люди, которые добровольно принесут в органы милиции боеприпасы, либо взрывчатые вещества, либо оружие, которое у них имеется и незаконно хранится, они освобождаются от уголовной ответственности, принимаются у них боеприпасы и оружие, с последующим их уничтожением и утилизацией.